В Артемовском городском округе сейчас действует 15 детских и юношеских клубов по месту жительства, в которых ребята с пользой проводят свой досуг, занимаясь любимыми видами творчества, общественной деятельностью. Подобные ячейки позитивных дел позволяют подрастающему поколению не тратить попусту свободное время, а развивать свои таланты, познавать самые различные стороны окружающего мира, реализовывать свои способности. Уже 12-й раз представителей клубов по месту жительства Артемовского городского округа собрал фестиваль под знаковым названием «Мы вместе». Я хочу, чтобы мы все знали друг друга, чтобы дружили, чтобы были одной командой, одной большой семьей. Как говорится, один за всех и все за одного. Именно для этого мы стараемся организовать и проводить вот такие общие мероприятия. В досуговом центре «Горняк» собрались клубы из самых отдаленных поселков и деревень, входящих в Артемовский городской округ. Это лишний раз доказывает, что наши ребята едины в своем желании жить в дружбе и согласии, совместно трудиться на благо города и вместе отдыхать. Расстояние не проблема для тех, кто умеет и любит вместе веселиться, творить и вытворять хорошие и нужные дела. Наша страна сейчас как никогда переживает не совсем простое время. Но Россия доказала свою мощь и единство в очередной раз. И поэтому не случайно сегодня прозвучали слова, название фестиваля «Мы вместе». Именно когда народ вместе, когда он объединен одним делом или одной идеей, такой народ непобедим. Организаторы праздника пошли по оригинальному пути. У конкурса, по сути, не было судей. Гости из госучреждений города лишь помогали в решении спорных ситуаций. А баллы своей команде мог принести каждый ее участник. Таким образом, коллектив мог сполна оценить нужность каждого своего участника. Ведь далеко не каждый, например, смог бы по первым нотам определить, что за песня сейчас будет играть. Это Простоквашино. Молодец, такую сложную песню ты сразу отгадала. Спасибо большое. Буратино. Физрук, Буратино. Правильно. Иди. Лиза, иди сюда. Ты что там стесняешься, там сидишь? Иди, Алиса. Нет. Из Простоквашино. Ребятам пришлось побыть и в роли шифровальщиков, разгадывая хитрые ребусы, и посоревноваться в знании лечебных растений и их свойств. Однако не будем забывать, какими бы трудоемкими ни были задания, молодой душе все дается, что называется, легко и с песней. Особенно, если за знание текста этой самой песни начисляют призовые баллы. Беленький снежок, эй, зимушка, зима, зима снежная была. Снегами зимними и ветрами дерзкими, когда летели мимо, не было весело, за всеми голову, какими зимними, просто полковые сутки меня. Фестиваль позволил почувствовать ребятам себя в роли представителей, набирающей популярность профессии модельера. Из предложенных материалов, которые можно найти в обиходе каждого школьника, им было необходимо не только создать костюм для представителя своей команды, но и придумать название выбранному образу. Костюм называется «Несчастная снегурочка ждет Новый год». Клуб «Морпех», «Морской рыбакут». Незабыты и приближающиеся праздники. На дворе декабрь, а значит, без елочки, хоровода и, конечно же, Деда Мороза обойтись просто невозможно. Несмотря на то, что многие участники фестиваля уже считают себя взрослыми, снова почувствовать себя в детской сказке никогда не поздно. Смотрите, какая ты у нас красивая елочка тут стоит. Собирали, да? Давайте вместе вокруг нее покружим хоровод. Давайте. Я не знаю,
посетили клуб «Драйв», получили памятный подарок от Дедушки Мороза. А все ребята, которые в течение года принимали активное участие в жизни своих клубов, в развитии подросткового и молодежного движения на территории Артемовского городского округа, радовали своими делами и талантами артемовцев всех возрастов, стали обладателями грамот и благодарственных писем. Далеко не каждый округ имеет возможность на территории содержать именно 15 клубов по месту жительства. Я вас поздравляю с тем, что наши дети имеют возможность прийти в любимое место. С помощью вас вы даете любовь нашим детям, воспитываете их чувство патриотизма, духовно-нравственное воспитание у нас также является одним из приоритетов. Спасибо вам всем за то, что мы все вместе. Благодарности получили и все те, кто помогает и активно участвует в деятельности православного военно-патриотического объединения допризывной молодежи «Пересвет», а также руководители клубов по месту жительства. Работа с детьми и подростками в Артемовском городском округе продолжается. Впереди грандиозные планы. И во многом от родителей зависит, будут ли их дети участниками этих мероприятий. Дети – это наше будущее, дети – это наше все. Нужно больше времени проводить с нашими детьми, больше времени им посвящать. И тогда мы можем быть уверены за наше будущее. А глядя на воспитанников клубов по месту жительства, будущих и настоящих чемпионов, мы можем быть уверены в завтрашнем дне. Присоединяйтесь к нам. Подробную информацию о клубах по месту жительства вы можете получить по телефону 244-76, а также по адресу Площадь Советов 3, 33 кабинет. Если вы хотите, чтобы ваши дети вели здоровый образ жизни и получили достойное воспитание, приходите к нам.